Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Dead Effect 2. Ну что ж, нам надо, насколько я помню, отправляться на задание. Мы с вами остановились именно на том моменте. Вот сюда. И что же у нас здесь такое? Найти доктора Белика. Доктор Белик был бы не лишним в нашей команде, но он прячется в другой части корабля. К счастью, на борту есть экспресс, который доставит вас туда в мгновение ока, если только сможете починить его. Вернее, если Минекин сможет починить его. Так, 450 кредитов мы получим, плюс снаряжение какое-то. Уровень сложности средняя. Понятно, играть в одиночку. Ну что же, ребятушки, поехали. Надеюсь, мне Минекина не придется защищать. И я надеюсь, что он не будет бежать на рожон. Я, кстати, до сих пор не знаю, смертный он вообще или нет. Ага, глава 3. Все на борт экспресса Меридиан. 2083 год. Угу. Ну что же. Да я иду, иду. Тихо-тихо. Да я следую за тобой, Минекин, не бзди. Все пучком. Ты открывай там, что ты там хотел сделать. Погоди-ка секунду. Что это у нас тут? А, мне тоже нужно помочь? Все, я понял. Давай. Поворачивайте все кольца, меняя их положение так, чтобы открыть замок. Секунду. Погоди-ка. А, маленькое должно быть. Да подожди ты. Угу. Поехали дальше. Да чтоб тебя. Да елки-палки, почему ты переключаешься? Вот. И еще одно кольцо осталось у нас. Блин, что ж ты так туго поворачиваешься-то? Давай, иди сюда. Ну, елки-палки, сдражаешь. Все. Выполнил. Открываются, видимо, ворота. Следуйте за Минекином. Пойдем. Патрончики только заберу. Идем быстрее, не останавливайся. Так, заметили какой-то сигнал. И кто-то к нам приближается. Смотрите в оба, говорит бабеночка. Минекин, ты что встал? Че ты встал? Ты что, должен одежду лететь туда? Ладно. Проверим. Так, открыть. Хм. Ну, предположим. Следуйте за меня. Подожди. По идее, я должен был идти с ним. Почему этот Минекин стоит там и ничего не делает? Он тупо вот сюда встал, в дверь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тихо. Уничтожьте охранного дрона. Да я понял тебя. Минекин, а где твое оружие? Так, мы получили грудь. Снаряжение зеленое, нормальное. Тебе нужно исправить линию питания поезда и запустить генераторы. Нет питания, мы не поедем. Резервные генераторы в комнате этажом ниже вас. Ты идешь генерировать. Минекин ждет тебя. Да иду я, иду. Иду я, Минекин. Дай перезаряжусь на всякий случай. Че, у меня полная обойма? Ну ладно. Так, я вижу патроны. Так, погоди секунду. А ты здесь один справишься или что? Активируйте генератор. Или мне опять же тебе где-то тут помогать надо? Давай посмотрим, посмотрим. Здесь внизу я вижу опять патроны. Тут какой-то проход. Шкафчик давайте вскроем, посмотрим, что у нас тут. Пакет патронов, но патроны мне не нужны в данный момент. Спасибо, ребята, что вы мне подсказали, что это оружие слишком на короткую дистанцию работает.
Погоди-ка, сигнал. Сигнал идет. Тихо, 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 тихо. Ёп, тварь ты. Фу, жесть какая-то. Испугался же, блин. Черт подери. Ребята, по-моему, я в заваруху попал в какую-то. Минекин, ты где, блин? Твою задницу, а? Активируйте, блин, генератор. Легко сказать. Давай, лечи меня, блин. Так, давай перезарядимся нафиг. Черт, я просто не ожидал этих собак увидеть. Я думал, знаете, как вы в фильме, помните, «Чужой»? Она ходила с этим там, с датчиком, и он пищал на приближение врагов. Вот сейчас то же самое у меня получилось. Ух, жесть, блин. Не обосрался тут от страха. Это погоди-ка, это кто? Это кто такой? Это же зомби. Хе-хе-хе, дурила, блин. Думает, я не вижу со спины. А что он тут делал? Взломать хотел что-то, да? Теперь Минекин чинит. Минекину нужно немного времени, чтобы запустить генератор. Вернитесь к нему. Сейчас вернемся. Так, сколько можно возиться с реактивным лифтом? Фримен, ты ленивый сукин сын. Я видел твой отчет о работе. Объясни мне, как такое возможно, что ты потратил 8 долбанных часов на починку одного тупого редуктора? Самый банальный из всех поломок. Я могу починить эту штуку за... Где там, елки-палки? За 5 минут, пьяным и с закрытыми глазами. Перестань писать эти чертовы любовные письма своей жене. Да, я знаю об этом. Теперь об этом знают все. И сконцентрируйся на своей работе. Если мне придется снова говорить капитану, извините, сэр, но вам придется идти на мостик ножками, и я найду тебе новую работу. Как тебе понравится работенка в высоковольтной лаборатории Вагнера? Он уже достал меня просьбами выделить ему людей. Вернись к Минекину. Доберись до стационарного пулемета, чтобы сравнять шансы. С кем? С кем я должен сравнять шансы? Ну, генератор включили. Все, я пошел к Минекину. Надеюсь, без приключений. Ага, конечно. Конечно, блин! Где эта гнида? Вон она ползает. Идет сюда? Идет сюда, блин. Не прыгай только! Завалил. Зачем? Зачем ты это сделал? Так, погоди-ка, там, по-моему, патроны валяются, да? Патроны. Боеприпас полон. Слушайте, я забыл, где Минекин. А, вот он, ё-моё, Минекин! Погоди-ка, а каким я должен воспользоваться оружием? Стационарным причем. Минекин, пойдем отсюда, а? Чтобы уравнять шансы. Подожди, я не могу понять. Давай посмотрим вот... Туда мне не пройти. Вот, понял, пулемет я вижу, ребята. Сейчас я к нему поднимусь. Я так понимаю, должен тут расстреливать кого-то с помощью него. С этой турели. Ну, давай. Защити Минекина? От кого? Где? Чё? Кто? Да ладно! Кто? Где? Кто? Что? Куда ты ползешь, эй? Чмошник? Блин, Минекин! Ты, видимо, смертный. Раз я тебя должен защищать-то. А я еще недостаточно меткий. Что это ко мне тут прилетело? Да ты идешь, гад. Да ты идешь. Да я пытаюсь, блин. Управление дебильное. Да какой пакет, какие кредиты. Да ё-моё. Да, ребята. Мышкой тут только и наводить, я вам скажу. Сейчас мне тут, по-моему, расплющат. Полная, блин, концентрация.
Да сдохните вы, упыри! Сколько же вас тут, а? Поезд работает! Минникин хороший! Все на борт! Фух. Погнали! Давай-ка я возьму вот автомат. Так, Минникин, ты где, блин? Ждешь меня? Молодец. Погнали. О! Что? Не понял. А что было-то? Ты жить. Ты не умирать. Уходите. Погоди, я не понял, а... Кто меня подстрелил? Минникин? Или кто? Нифига, ребята, тут загадочка. Так, выберите свою награду. Это у нас шлем Фронтинер, да? Слушай, что такое? Шлем Фронтинер является частью стандартной боевой экипировки войск на передовой линии. Зачастую резервируется только для ветеранов. А брюки Ларс МК-1. Легкие бронированные брюки. Часть стандартной дешевой экипировки пехотинцев. Но раз дешевый, значит, я брать его не буду. Слушайте, я возьму, наверное, вот этот шлем. Да, я возьму шлем. Продолжить. Так, у меня новое достижение какое-то. Getting faster. Чу-чу. Хэт-трик. Интермедиа, база сопротивления. Секретная база. Он просыпается, хорошо. Я же говорил, он справится. Да-да, Дельта 13. Сложно убить даже без нарушенных... без наших улучшений. Добро пожаловать в мир живых. Это доктор Белик, наш местный гений. Он и медбот снова в деле. Теперь ваше тело функционирует. Можете встать и немного походить. Кстати, этот чувак, который был в самом начале ролика, он делал над нами какие-то эксперименты, по сути дела, да? Куда это мы с вами отправляемся? Ага, понял. У нас база сопротивления, прямо на этом космическом корабле, ребят. Вот у нас уже доктор, а Минникин, вон он стоит. Значит, это все-таки он меня спас, Минникин. Я думал, что он меня подстрелил, но нет. Ладно, будем брать новое, видимо, задание с вами. Что теперь тебе нужно, доктор Белик? Добро пожаловать в мою лабораторию. Угу. Ну давай. Маленькая лаборатория. Не так хороша, как у меня была раньше, но все же здесь можно вполне серьезно работать над клонированием и имплантантами. У меня даже есть полный набор инструментов для работы с механизированной броней. Ого. Так, исследование, имплантанты и снаряжение. Давай исследование. Мы занимались многими исследованиями с профессором Вагнером. Сейчас я пытаюсь применить результаты экспериментов на практике. С вашей упрощенной точки зрения солдата, я могу помочь вам с вашей механизированной броней и имплантантами. Угу. Ну давай. Ваше тело уже подготовлено для стандартных военных имплантантов, поэтому установите или замените имплантантов должна быть простой. Большинство имплантантов созданы для повышения вашей эффективности, зрения, ловкости, силы, называйте как хотите. Прямо сейчас у меня есть несколько стандартных имплантантов, но скоро у меня появятся новые специальные части для испытаний. Снаряжение. Снаряжение? А, вы имеете в виду механизированную броню? Хорошая механизированная броня должна сидеть точно по мерке. Просто взять любую часть и прицепить ее вместо того, что у вас есть, не получится. Я много работал с экспериментальной механизированной броней, прежде чем полностью перейти на имплантанты. Так. Вам нужна помощь, нужен уровень 4. Мне здесь многого не хватает, нет доступа к некоторым ресурсам. В особенности не хватает нанокристаллов. Дана загрузила информацию в карту терминала, проверьте ее. Нанокристаллы, что это такое? Нанокристаллы — это блоки компьютрония, блин, они меньше большинства органических клеток. Фактически они являются основой дет-эффект. При их достаточном количестве я смогу сделать некоторые действительно впечатляющие улучшения.
Слушай, ребята, что он сейчас сказал? Эти кристаллы основное изобретение Dead Effect, что ли? То есть у нас какой-то предсмертный эффект получается. Как-то так, в принципе, как и игра называется. Ладно, давайте почитаем про Вагнера. Мы разработали несколько революционных технологий для улучшения человеческого тела. Затем мы открыли Dead Effect, и прогресс ускорился. Но Вагнер начал использовать прототип на себе. Я думал, что побочные эффекты стали причиной его сумасшествия. Я пытался удержать его, и в результате сам стал угрозой его безумию. Мне пришлось скрыться. Dead Effect. Исследование заняло много времени. Вначале это был поиск иголки в стоге сена. Быстрое клонирование казалось открытием века. Мы нашли способ быстро и эффективно создавать новую человеческую ткань любого типа. Но мы не смогли сделать полностью функциональное человеческое тело. Затем Вагнер нашел способ оживить тело. Воскресить мертвеца. Вагнер назвал это Dead Effect. Все, понял я теперь. Теперь понял, почему Dead Effect. Эффект мертвеца, получается, да? Ну что же, давайте вот это почитаем. Вагнер сошел с ума полностью. Он был параноиком и хотел убить меня. Я вынужден был бежать и прятаться. Нужно было сделать это раньше. Но я думал, что смогу не допустить его безумия, чтобы спасти от худшего. И я потерпел неудачу. Данет. Итак, док, вы можете рассказать мне что-нибудь? О да, довольно сложный вопрос. Она не рассказала вам о себе? Нет, не рассказала. Только то, что она еще один эксперимент. Это личное. Я знаю о ней немного, но вы должны спросить у нее сами. Торговаться. Снаряжение имплантата. Ну, давай посмотрим. Так, я нашел, да, я нашел. Ух ты, ёкалэмэне. Так, ребятулечки, давайте-ка проверим. Это новинки. Это все, что в данный момент на мне находится, да, я так понимаю. Что у тебя вообще тут есть? Шлем Фронтир. Подожди, я же выбирал шлем. Куртка, бронежилет. Куртка, так. Редкость нормальная, нормальная. Уровень 3, уровень 3. Ну как мы... HP. Так, бронежилет послабее. Но зато по силе. Так, последняя версия костюма предназначена только для офицеров и сотрудников элитных подразделений, так как он стоит дороже, чем несколько имплантантов. В подкладке этой куртки зашит слой элементов питания высокой плотности вместо обычных бронированных пластин. Для специалистов это служит достаточным источником энергии для реализации их способностей. Так, и что же взять-то лучше, блин? Слоты кодеков. Один слот. Я возьму, наверное, куртку, ребята. Погоди-ка, куртку. Куртку я могу продать. Давай вот это экипируем. О, отлично. Шлем можно экипировать? Вот это другое дело, ёпростые. Слушайте, а рук, перчаток и ног у нас нету. Мы киборг, я так понимаю. Или это все-таки одежда? Сломанные брони... Нет, это одежда, ребята. Бронебрюки, перчатки. Хорошо, давай посмотрим. Здесь у нас ничего нету. Ага. Это шлемы. Ладно, здесь нам ничего не нужно. А вот тут только шлемы, да? Понятно. Бонусы. Доступная броня для тела. Опять же нам не нужно. Ну и здесь... Нам ничего тоже не нужно. Хм, это странно, у меня нет полного доступа к вашим специальным системам. Что? Это проблема? Нет, стандартный интерфейс работает, но доступ к вашим способностям и специальным системам привязан к одному пользователю. Данет. Я спрошу ее об этом. Торговаться, о чем... Так, имплантанты, давайте посмотрим, что такое имплантанты. Хорошо, я надеялся на новый эксперимент. Ёпросте. Имплантанты, да, вот так вот. Так, доступные имплантанты для головы. Регенерация энергии.
Так, и цена 510. Самое дорогое это вот это вот почему-то. Хм. А у нас какой стоит? А у нас стоит вообще дешевый какой-то самый. Хорошо, давай купим. Так, я купил. А как мне теперь... Погоди-ка секунду. Вот он, да? Так, он... Вот этот точность нам дает. Этот тоже точность. 0,5, 0,6. Этот нам дает регенерацию энергии. Еще плюс 0,4. Комплект имплантантов Терапыры представляет собой систему мощных проводников, имплантируемых в тело пользователя для взаимодействия со специальным оборудованием и повышения скорости перезарядки энергетических запасов. Полный комплект из трех имплантантов для головы, груди и ног необходим для достижения максимальной эффективности системы. То есть нужно три. От одного хрен толку никакого. Ладно, все равно я его... Тихо, погоди, погоди, погоди. Я одеть-то его смогу в конце-то концов, или чё? Новинка. Бабла не хватит, а на такую новинку. Ладно. Так, это доступные имплантанты для груди. Экипировать. Усилитель мышц. Регенерация, так, бонус к силе. А этот у нас... Так, этот стоит 30. А этот 15, значит тот лучше. Экипировать. Вот так-то вот. Да? Да. Лучше пускай вот так. Офигеть, да, мозг в какой-то фигне, блин, аж жесть какая-то. Так, ну что, экипировали. Глаз у нас тут нету. Ну и, я так понимаю, ног, рук тоже нету. Жесть какая-то. Мы киборг, как ни крути. Достижение новое получил. Киборг. Ну ладно, пойдемте теперь к Данет. Пускай она нам расскажет, кто она и что она. Привет, Дэвис. Давай поговорим. Доступ к способностям. Белик сказал, что ты закрыла доступ к моим способностям. Ну да, конечно, мне пришлось заблокировать доступ. Твоя нейтральная сеть висела на волоске, помнишь? Если бы я оставила полный доступ, возникли бы помехи в имплантантах и снаряжении. Если Белику понадобится обновить кое-что позже, он может просто меня попросить об этом. И, честно говоря, лучше ему не иметь полного доступа к твоему мозгу, без моего надзора, так ведь? Думаю, мы можем доверять ему, но... Верно. Что случилось? Тебе едва удалось выбраться. Мы не ожидали, что там будут солдаты. Тебе проделали кучу дыр, но Минекин вытащил тебя и активировал реактивный лифт. Каков план? И в чем наш план? Мы посреди глубокого космоса, и вокруг нас масса солдат. Я заблокировала узлы связи на корабле. Трикеке Меридиан — гигантский колониальный корабль. Им нелегко будет нас найти без действующих локаторов. И мы сможем начать операцию по захвату корабля. Захват корабля? Ты хочешь взять под контроль весь чертов корабль? Мы летели с целью колонизации, но много чего произошло. Остальная часть экипажа пытается сохранить порядок и ждет военных кораблей с Земли. Хм. Какого способа отговаривать Я боюсь, что иного пути нет, только сражаться. У них есть четкие указания, и они будут делать все, что им сказано. Они будут пытаться убить нас вместе с другими прототипами и различными клонами. Как только прибудут высланные за нами спасательная эскада, они быстро зачистят корабль. Что дальше? Сейчас я пытаюсь совершенствовать нашу базу. Значит, я могу просто сесть и отдохнуть? Всегда есть чем заняться, например, поискать запчасти и другие ресурсы. Проверь голограмму, я загрузила в нее некоторые из вещей, которые нам нужны. Поехали, ребята. Поехали смотреть, что нам там загрузили на карту. Ага, понял. 0%. Задача — найти запас нанокристаллов для доктора Белика. Доктору Белику нужны нанокристаллы для исследований, и он обещает, что с их помощью сделает еще более навороченное обновление для вашего и без того перенасыщенного обновлениями тела. Запасы должны быть в соседнем лабораторно-производственном отсеке корабля.
450 кредитов плюс имплантант. Поехали. Для меня это расплюнуть. Сейчас мы все с вами там. Глава 4. Кристаллы силы. Локация 3. Кейки, Меридиан, лаборатория наносборки. Вот так вот. Этот коридор должен привести в лабораторию клана кристалла. Датчики засекли движение возле лаборатории. Я попробую проскользнуть. Не нравится мне это. Попробует он проскользнуть, блин. Что? Отпечатки? Ладно. Не понял. Ага, все. Подержал слишком мало, ребят. Твою же маковку. Идите нахрен, упыри. Хе-хе-хе. Тщедушные душонки. Да сколько ваш там, а? Шо прочь. Грудь. Слушай, я так боеприпасы все нафиг потрачу, эй. И крадешься тут ко мне, блин. Так, а это плевун. Это плевун, ребята. Собственной персоной. А что я делаю? Зачем я так сделал? Так. Я знаю, что он будет плевать сейчас. Эй, мимо, за серия. Голодный зомби. Твою маковку, а. Почему у нас такая слабая атака? Сдох наконец-то, блин. Вот таких вот парочку, если возьмут в оборот, все, мне хана будет. Зажмут, я ничего сделать даже не смогу, ребят. Что за звуки? Что за звуки, я спрашиваю? Знаете мне, что эта игра напоминает? Кто-нибудь из вас играл? Что такое? Что такое? Где? Да где ты, ёпрасоте? Маковку, вон они. Слушайте, дайте я посмотрю, что все-таки вот эта вот фигня делает. Понял я, что она делает. Она от пуль защищает. Смотрите. Ай, хотел показать. Короче, рикошет. Не-н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 е. Твою маковку, нифига не рискишь. Глаза там в разные стороны. Да сколько у вас там паразиты? Куда ты бежишь? А что такая скорость офигенная у вас, эй? Хмыри, блин. Ползет. Фу, нафиг. Так. Фу, минус. Наверное, да, ребят? Жесть. Да кто ж там... Кто орёт-то все время? Дай перезарядку сделаю. По-моему, я зря, ребята, ломанулся за этими нанотехнологиями, блин. Хрен тебе, блин. Сейчас плеваться будет. Отходим. Оп, мимо. Это, знаете, зомби-минекин. На него похож. Ой! Слушай, вы когда-нибудь тут прекратите уже или нет? Или у вас там бесконечность? Фух. Ну. Дай-ка я посмотрю, может тут что вкусненькое найдем. Боеприпас полон. Дай-ка здесь заценим. Так, что там мы нашли с вами? Набор микросхем, отлично, и кредиты. Слушайте, ну... Да ёпрасте, где? Что? Слушайте, ну согласитесь, для Android-игры вода здесь сделана... Блин, да многие компьютерные игры позавидовали бы такой воде. Детализации. Офигеть. Вот так вот. Хотя игруха, по-моему, ребята... 15-го года, если не ошибаюсь. Или 16-го.
Ха-ха-ха-ха, сычок. Твою мать, разгневал. Все? Нет, не все. Слушай, ну вот этот зомби, конечно, очень шустрый. Блин, вот этот, кстати, тоже. Ну что, гады, все? Или кто еще хочет? Блин, не нравится мне вот эта музыка. Я боюсь, что смогут меня окружить. Или под водой где-нибудь какой-нибудь гад всплывет невзначай. Давай-ка посмотрим, что здесь у нас. Кредитики, да? Хорошо. Так, поехали. Ползет, ползет, типа. Чё? Гранату? Найдите лабораторию нанокристаров. Наверняка эти солдаты, короче, являются частью разработок. Так, что-то какая-то паника у нас тут началась, ребятули. Короче, есть такие же зомби, да, я так понимаю, тоже кибернетические. Полулюди, полукиборги, но только мертвые. У которых мозг уже все сдох, и они неконтролируемые. Если я еще хоть что-то соображаю тут в этой игре, то они просто ходячие зомбари. Только в кибертеле, естественно. Так, что такое тут? Что надо сделать? Что? Опять солдаты? Твою маковку! Буду... Да где же вы? Твою дивизию. Ребята, блин, попал, по-моему. Откуда же ты взялся с руль? Надо сматывать отсюда. Херня это все, ребята. Сейчас меня тут раскромсают просто-напросто. Вот и все. Где? Где ты? Они везде, абсолютно везде, ребят. Гранаты мне бы никак, какой-нибудь не помешало бы, если честно. Ух ты, красавчик. Пришел он мне здесь. Ну давайте, выходите, гады, я жду. Ну? Кто? Хе-хе-хе. Чмошник. Что происходит там? Да как же вы появляетесь-то из ниоткуда? Сейчас меня тут расколбасят. У меня здоровья не осталось. Ребята, здоровья не осталось ни хрена. А чё я туплю? У меня же защита есть. О-хо-хо-хо. Так, что там? Кодекс снаряжения, нормально. А где я могу подкрепиться? Ну, подкрепиться, я имею в виду здоровье себе восстановить. Хоть маленько-то. Боезапас полон. Так, здесь нам не пройти. Слушайте, я искал главные аптечки, да? Находил. А почему-то я их употребить не могу. Так, что у нас тут? Патрончики лежат. Музыка стихла, по крайней мере. Может быть, все? Ну, полагаю, я на месте. Сначала вы должны сделать кристаллы. Для начала включите молекулярный сборник. Включите главный молекулярный сборник нанокристаллов. Они хранятся в виде базовых частей из соображений безопасности. Ну, понятно. Ага, опять. А как я тут должен? Ага, вот так вот. Блин. По-моему... Черт, что-то... Чего-то не так. Хм, погоди-ка секунду. А как мне тут... Вот так вот, по-моему, да? Идеально, по-моему. Да что же вам не нравится-то? Ну, вот, тянем, 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 тянем.
Слишком, наверное, высокие частоты, может быть. Так, установите амплитуду и частоту с помощью ползунка, чтобы создать точную копию обнаруженного сигнала. Ах, вот оно что. Смотрите, у нас здесь не совпадение идет. Совпало. Дождитесь завершения сборки. Фига там сборку делает. Кто это? Кто это там? Ребята, посмотрите, какой чувак тут идет. Перехватчик, блин, какой-то. Твою маковку. Мне надо сваливать отсюда к ядрене фене, иначе мне хана. В тупик, что ли, зашел, нет? Нет, нормуль. Куда он пойдет? Это босс какой-то, блин. Недоразвитый хрен. Че он там делает? Блин, у меня еще здоровья так мало. Да я просто застрял в каком-то говне, в каком-то... Что он там делает? Эть! Тянет меня к себе! Может быть, получится его так убить втихушечку, а? Где он? Куда делся, гад? Куда он где-то орет, шипит? Да где ты, гад? Ребят, я его не вижу, но я слышу, что он своей херней этой бомбит где-то. Блин, мне бы здоровье где-то хоть маленечко бы... Вон он! Иди отсюда нафиг. Да сдохнешь ты когда-нибудь или нет, блин? Тихо. Да надо сваливать нафиг отсюда, к чертовой бабушке. Пока не поздно. Кто, че, где? Хрен тебе. Да как тебе быстро патроны кончаются, как... Я не знаю. Да упадешь ты или нет, с руль, блин. Что? Ага, кристаллы будут готовы с минуты на минуту. Нет у меня нахрен минуты никакой. Возьмите нанокристаллы. Где я их должен взять? Внизу, что ли, там? Твою дивизию, блин, вниз тереть и надо. Да, ребятушки, я вам скажу, я-то думал, что здесь все будет простенько и легко. Угу. Я беру свои слова обратно. Ни хрена тут не простенько, и ни хрена тут не легко. А просто жесть какая-то. Так, что это такое тут у нас? Погоди-ка, что это такое? Пожалуйста, будь осторожен. Наносборщик — это тонкая машина. Я очень разозлюсь, если с ней что-то случится. И вряд ли ты сможешь... представить, что сделает профессор Вагнер. Дед-эффект, я признаю название глупое, является очень большим открытием, и нанокристаллы ключ к нему. Всегда держи разобранные наночастицы под охраной. Каждую партию нанокристаллов нужно беречь как задницу ока. А, как задницу... Как зеницу ока и вовремя доставлять в назначенное место. Не пытайся играть с... настройками, да, всегда есть что оптимизировать. Но нам необходимы регулярные поставки нанокристаллов для нашей работы. Любые задержки в производстве ни к чему хорошему не приведут. Блин, понятно. Так, патроны. Патроны для дробаша, но дробаша у меня почему-то нету. Погоди-ка секунду. Пришли, называется.
А как мне туда-то спуститься, к нанокристаллам, ребята? Что за подстава-то? Здесь я не могу, да, спуститься? Нету тут никаких возможностей. Здесь у нас закольцованность. Нажать тоже не могу. Значит, где-то должен быть другой вход или выход. Вот это что ли он? Или это опять... Не опять? Нет, это не то же самое. Кто? Что? Да откуда же вы, засранцы, взялись-то? Вас же... Я же всех поубивал тут. Нахрен. Упырь. Что, услышал, да? Иди, иди отсюда. Бежит, бежит. Хедшот. Ваншот, ёпты. Что, что опять с музыкой, блин? Чувствую я, как только возьму нанокристаллы, будет жопа, да? Так вы хотите... Так вы хотите сказать? Где эти твари, блин? Вон он, блин. Выполз. Процесс побочного задания. Убить врагов. Ага. Иди ты нахрен. Пакет крест... Чё? Кредитов? Чё он там орёт? Кому он там кричит? Кого призываешь? Так, дай-ка я открою шкафчик. Не нужно мне тут ни хрена. Ну чё, берем, наверное, да, ребятули? Где эти кристаллы? Вот. С помощью этих кристаллов мы можем сделать... Быстрее уходи, много солдат, они уже на подходе к тебе. Пипец, блин. У меня здоровья ни хрена нету, и как я тут... Плевать сейчас будет, гад. Слушай, тревога, тревога, сейчас побегут еще солдаты, блин. И будут тут и зомби, и солдаты, и вся прелесть жизни. Да сдохнешь ты, блин, паразит. Так, бегуны. Бегуны нафиг. Минус бегуны. Ой, тихо, 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 родной. Фига там гранатку достал в тихушку. Чё там? Батарейка золотая, легендарная. Выпала, спасибо. Я надеюсь, она мне поможет когда-нибудь. Вот он, выход, по-моему, да? Он? Нет? По-моему, он. Хе-хе, не успел, блин, бросить свою вшивую гранату. Покиньте зону. Покидаю, конечно же. Ух, ребятулечки, да? Фух, уровень вверх. Блин, жесть какая-то. Так, выберите свою награду. Так, цена продажи 30, а это 45. Значит, я возьму вот это вот. Увеличение для прицеливания. А здесь у нас тоже для прицеливания. Но здесь лучше. Так, это кибернетический глаз, улучшает масштабирование и предназначен для стрельбы на дальней дистанции. Для повышения общей боевой эффективности стрелка используется два дополнительных напрямую соединенных модуля имплантантов для рук и кистей рук. Что-то я не пойму, раньше не было никакой рекламы, сейчас начали рекламу после каждого уровня всандаливать. Мне это не нравится, мне это бесит. Интермедия, база сопротивления, локация, секретная база. То есть мы вернулись с вами, да? Это я... Это я кашлю. Так, ну что, ребятулечки. Минекин, так, все с тобой нормально. Давай поговорим с доктором. Мне трудно дышать, что происходит? Тут проблема с системой снабжения кислородом. Они не могут найти нас, поэтому пытаются нас вытравить. Солдаты? Вероятно, но они не знают, что у нас есть возможность получить доступ кислорода прямо из садов. Из садов? Хм. Так, следующее задание. Нужен уровень 5. Кому-то нужно вручную исправить подачу кислорода в садах. Позаботься об этом, когда найдете время. Я отправил некоторые детали на терминал карты. Понял, давай-ка мне способности.
Да-да, она уже прислала мне письмо. В любом случае, сейчас мне этот доступ не важен. Просто любопытство. Ага, значит, ты мне не дашь, что ли, гаденыш? Нанокристаллы открыли нам некоторые возможности. Я автоматизировал процесс, теперь мы можем заказывать снаряжение, улучшение и экипировку без моего участия. Угу, понял. Так, снаряжение, имплантанты. Давай посмотрим имплантанты. А, еще одна операция, отлично. Так, давай посмотрим, блин, операция. Кстати, надо будет зайти к Монокине и глянуть, что он там продает. И пушки, потому что с этими пукалками я уже, ребят, далеко не уйду. Я, наверное, сейчас и пойду к нему. Это все хорошо, имплантанты. Это все отлично, но мне нужны пушки. По крайней мере, улучшенные пушки. Плохой воздух, плохой. Да уж точно, парень. Можно обновить? Манекин может. Это так хорошо, что ты можешь. Давай-ка мы что-нибудь с тобой, братюня, глянем. Что у тебя есть? Какие винтовки? Какие пукалки? 19 тысяч, понятно. 24 тысячи, угу. Просто великолепно. У меня только лишь один кредит. 13 тысяч. Слушай, а чё? 15 тысяч. Твою маковку. Где брать мне эти кредиты? Бонусы. А почему я не могу, например, продать то, что мне не нужно? Ну, да, вот, грубо говоря. Экипировано. Значит, получается, что я не могу... Ну-ка, разблокировать, что нужно для этого? Необходимо купить способность. Какую? А, которая открывает, видимо, нам слот. Способность. А где же мне эту способность приобрести? Сверхпроводящий конденсатор. Так, купить. Повышение уровня. Усилить выносливость. Блин, да офигеть, все стоит в кредитах. А где кредиты взять? У меня нет кредитов. Я не могу себе ничего позволить, ребят. Просто ничего. Столько всяких классных штук, я не могу себе ничего позволить. У меня всего лишь 4000, блин, бакарей. Какой-то даже пистолет стоит 10 тысяч. Вшивенький. Мина. Граната. Новинка. Шоковые патроны. И все опять же в кредитах, а? Все в кредитах. Ну что, блин, придется, наверное, просто улучшать тогда, ребят. А что делать? Точность. Сколько? Ну давай. Другого варианта нету просто-напросто. Мне бы убойку, конечно. Погоди-ка, 32, а тут сколько будет? Купить 34, блин, на 2 патрона. Скорость перезарядки, урон. Урон. Вот точность, мне нужна точность, ребята. Потому что разброс, конечно, идет. Уровень оружия повышен. Спасибо большое. Так. И урон. Хрен там, а не урон. Скорость перезарядки, тоже балалайка. Ну, пока вот так вот, ребята, оставляем. Эх, Монокини, почему я не могу, например, чем-то там торговать, продавать, чтобы как-то зарабатывать себе деньги в конце-то концов, да, ребятули? Что это такое? Подтверждено, разрешено это все задания, да? Все на борт экспресса Меридиан, кристаллы силы, информация по безопасности от доктора Евгения Белика. А, ну это все, что мы с вами находили, вот эти все диски, это вот тут они повторяются, мы можем их прочитать. Фух, и что у нас тут новенькое, да, у нас открывается новенькое. А что вот это означает, 34%, 34%, 41%, это частота прохождения или я просто не все там изведал? Причем это история, часть первая, тут еще общие задания, побочные задания. Так, побочные задания... Фальшивые мини... Так, новинка. Генеральная уборка. Улучшенный кибер-манипулятор. Первоклассное оружие. Ого. Задание по получению первоклассного оружия каждой категории становится доступно по достижению максимального уровня. Кроме заданий по получению
парализатора и взрывчатки. Также их выполнение обычно требуется заработать несколько рангов в тренировке по обращению с соответствующим оружием. Охренеть, объяснили, блин. Микросхем, угу, нанотрубки. К чему это все? Курс переподготовки. Парализатор, разогрев. Может оказаться очень эффективным в ближнем бою, но для этого придется много тренироваться. Убить врагов одного, ага, один из 50 с помощью парализатора. Минимальный уровень сложности средняя. Награда плюс 25% к урону от парализатора. То есть это получается как бы задания такие вот. Режим выживания. Задание дня. Передовая база. Так, уровень сложности средняя. Выдержать несколько волн атаки врагов. Чистим и чистим эту зону, а зомби все прибывает. Должно быть, здесь что-то особенное привлекает их, но выясним это позже. Пока что нужно просто закончить зачистку. Снаряжение, имплантант и кодек. Ребят, я поехал. Текущий кредит. Так, у вас мало боеприпасов, хотите купить пополнить? Понятно. Побежал, ё-моё, ага. Давай тогда режим биоугрозы. А выдержать не... Да понятно, что же вы мне все про зомби да про зомби. Задание одинокого волка. Блок обслуживания двигателей гамма. Не слишком сложно, не чересчур просто. Оптимально, если хочешь немного выдохнуть. Враги средней силы появятся на 4 уровне. Охота на солдат. Дельта Форс пытаются построить здесь базу. Заставьте их уйти. Стоимость пополнения 130. Ну давайте купим, фиг с ним. Поехали, ребята. Посмотрим, что это за задание такое. Событие. Так, блок обслуживания двигателей гамма. Наверное, хотели написать двигателей. Так. Черт. Доберитесь до диспетчерского пульта. Ой, не нравится мне это все, ребята. Солдаты! Твою мать, я думал, зомби будут. Опс! Твою маковку! Где ты нафиг? Доберитесь, блин, до пульта. Ага, приседай, я видел, видел. Иди сюда, гад. Хе-хе-хе. Так, не забываем, что у меня есть защитное поле. Я попробую. Тихо. Так, тихо. Что-то там прячешься мне, гнида. Вот он. Минус, минус чайник. А давай проверим. Главное, что я тоже не могу из этого купола, ребят, почему-то стрелять. Где эти гады? Минус. Где пульт? Где диспетчерская это? Что это за фигня? Что это такое? Странная вещь, да? Пошел ты, козе, в трещину. К чертям тебя. Опс. Так, тихо, тихо, тихо. Я знаю, что он там. Что там? Я так и думал, что там, ребята, граната пролетела. Я думал, показалось, но нет. Так, тихонечко. Только не говорите, что это закрыто. А это за... А, тут можно открыть.
Ну давай. Так, сорокет. Как мы можем с вами разделить сорокет? Это 20 и 20. Получается так, так и вот так. Что? Отключите панель управления охранной системы. Вы заходите в запрещенную зону. Твою мать. Киберниндзя? Какой киберниндзя еще? Какой еще, блин? Ёппер! Иди-ка ты в баню, кибер... Это босс, ребята. Черт подери, киберниндзя, блин. А-а-а! Застрял где-то, блин, она невидимая, тварь. Хрен тебе. Блин, надо бегать, ребят, я не знаю, что делать. Как быть-то? Иди нафиг. Мне здоровья же мало. И что я тут буду делать? Тварь бегает, я же вижу ее, вон. Она не одна здесь. Она здесь не одна. Ребятули, вот что я вам могу сказать. Она сюда придет, нет? Она уже тут, блин. Твари, блин. Это их не, блин, местная система безопасности, как я могу понимать. Вот эти вот ниндзя, блин. Кто еще там строчит? Да я не выживу здесь. Минус. Где еще тут? Давай, выходи, вылази, блин. Тварь. Мне бы здоровье бы подкрепить, хоть маленечко-то. Да чтоб тебя. Так норовят меня бомбануть, а, гаденыши. Какой, блин, missions fails? Все у меня под контролем. Ага. Че, не нравится? Гнида. Думает, я буду с ней шутить тут. Где еще? Знаешь, что еще есть? Покажись. Ну где ты там, блин? Вот где-то здесь, где-то только что тут. Вон она. Паразитка, вон она. Слушай, она с пушкой. Да, я тебе сейчас дам дай, блин. Сама дайкнешь. Тихо, блин, еще одна взялась. Откуда, блин? Да чтоб тебе. Ты сдохнешь когда-нибудь тут или нет, а? Твою маковку. Давай, 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 беги сюда. Минус, нет? Нифига не минус. У-у-у, здоровец мое, ребята, все приходит к завершению. Да иди ты, блин, дай, дай, блин, дай. Заткнулась уже. Че ты у меня стреляешь куда-то вверх, блин? Все, по-моему, мне хана сейчас завалят. Блин, мышка еще в руке, блин, скользит. Твою мать. Что я тут должен сделать? Кто там стреляет-то? Кибер, блин, ниндзя хреновый, а? Блин, патроны кончились. Все, у меня, ребята, жизни нету. Здоровье на исходе. Куда она тут взялась-то? Бегает, блин.
Ой, блин, зараза, а. Все, хана, завалили. Возродится, два кристалла, блин. Ну где вы тут, твари? Твою маковку, а! Ты достала, падла, а! Что тут вытворяет, блин? Ну где ты? Вон она. Минус, нет? Хреновы невидимки, а? Все, что ли, блин? Ну, я два кристалла, ребят, каких-то потратил. Не знаю, что за кристаллы, но потратил. Так, погоди-ка, а что я должен вообще сделать теперь? Да. Прием, прием, меня слышно? Гуннар, ты здесь? Да, я здесь, хорошо тебя слышу. Выполнил, получается, я задание это, да? Молодец, уровень вверх. 500 кредитов я получил. Так, баллы для навыков, две штуки. О, выберите свою награду. Это что у нас такое? Это кодек имплантанта, то есть... Стабилизация оружия. Это программное обновление для имплантантов. Помогает, так, пользователю воспринимать отдачу более тяжелого оружия. Сколько он стоит? 85. Штанишки эти 150 стоят. Я, наверное, штанишки возьму, ребят. Сохранение в облако. Отлично. Жесть, ребята, просто жесть. Так, ну что, мы возвращаемся с вами на базу, где нас, наверное, похвалят. Фух. Опять я кашляю. А, мне же еще нужно в сады отправиться. Да-да-да, кислород-то нужно же включить, а то мы тут подохнем еще с вами, не дай боже. Ну что ж, дорогие мои друзья, на этой ноте я, пожалуй, буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось. Ну а мы увидимся в следующей серии, если такова будет. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.